Здесь все равны чины и лица. Здесь всем достаточно наград. Здесь человеку только птицы, и то по неразумью льстят. Здесь каждый человек почтенен, со всеми дружен и знаком. Здесь должен преклонять колени он только перед родником. Друзья мои, кончайте споры, из духоты своих квартир быстрее поднимайтесь в горы, чтоб с высоты увидеть мир.